Давайте начинать. Сегодня мой доклад будет про канбан для Legacy команд. Сразу расшифрую. Legacy команды, в моем понимании, это команды, которые существуют у вас в компании там, в районе 2-3 лет. Это такие довольно закостенелые могут быть разработчики, менеджеры, которые уже просто присиделись, занимаются просто там рутинной работой. Пришла задача, они ее взяли, пошли делать. Ну, наверное, многие из вас с этим сталкивались. Значит, меня зовут Пятницкий Семен. Я технический директор компании «Смена». Делаем in-house разработку для компании «Фарфор». То есть это две наши компании. Вот, занимаемся там доставкой еды и делаем, собственно, фудтех для этих ребят. Также у меня есть сертификаты по канбан-менеджменту. Занимаюсь agile, коучингом, тренингом. Провожу внутренние тренинги для разных компаний, собственно, по тому, как с помощью канбана оптимизировать ваши процессы. Значит, из того, что бы хотелось рассказать быстро, я сегодня не буду рассказывать много теории про что такое канбан. Об этом вы можете узнать либо на тренингах, либо в интернете, еще где-то. Сейчас небольшой блиц-опрос. Кто из вас вообще знает, что такое канбан? Так, хорошо. Давайте теперь, кто знает, что такое канбан как сигнал? Отлично. Теперь, кто знает, что такое канбан — это доска? Так, а кто знает, что такое канбан — это метод? Так, отлично. Я этот опрос делаю, чтобы понять потом, насколько быстро вам рассказывать. Самое главное, кто считает, что канбан — это вот это вот у нас доска, задачки, разработчик берет первую, и все, вот на этом канбан заканчивается. Ну, давайте только честно. Вот, вот, да. Самый честный человек. Отлично. Чего хотелось бы сразу сказать по этой теме? У канбан-метода раньше не было никаких гайдов. Если вы знаете, там со скрамом знакомы, есть там скрам-гайды, куча книжечек, всего этого интересного. В этом году, собственно, Kanban университет выпустил первый свой канбан-гайд. Он выглядит примерно вот так. В нем заключено примерно 6 ценностей, 6 практик и... Давайте так, вернее, 11 ценностей, 6 практик и 6 основных подходов. Сервисная парадигма, подходы по change management и, собственно, очень много вот, вот этих 6 основных практик. Визуализация, ограничение работы, управление потоком, правила, собственно, совершенствование и, собственно, эволюционные изменения. Про это я не буду сегодня рассказывать, это вам на других докладах расскажут, потому что это очень легко. Также у Kanban есть KMM, это Kanban Maturity Model. Это такая табличка, по которой вы можете детектить, на каком уровне сейчас у вас находится либо команда, либо компания в целиком. То есть от нулевого уровня до уровня Build for Survive, то есть когда вы расширяете новые рынки вообще на уровне всей компании. Про это мы тоже сегодня не будем разговаривать, мельком затрону. Напомню, что включает в себя Kanban как система. Сразу скажу, у Kanban есть 4 определения. Kanban как сигналы, Kanban как метод, Kanban как доска и Kanban как система. Это сразу вам разъяснение про то, что когда вы будете говорить, мы работаем по канбану, их на самом деле 4, и по какому из них вы должны будете уточнить. Обычно эта канбан-система выглядит вот такая, возможно, доска, на которой есть определенные VIP-лимиты. Да? Вот они, вот эти вот штучечки, которые как раз формируют вашу систему, и вы формируете поток, по которому у вас движется какая-то ценность. Это может быть задача для QA, задача для разработки, апстрим, так называемый, с точки зрения канбана, то есть это задачи продуктовые, то есть вы делаете дизайн, делаете аналитику, все это под эту штуку можно подвести. Также здесь есть такие понятия, как commitment point и delivery. Delivery, то есть это вещи, когда у вас вот commitment point, в канбане есть два стрима, называется апстрим и downstream. Downstream — это вещи, где вы делаете уже разработку, то есть ваши разработчики взяли в работу уже задачу. Ну, то есть development, QA, тестирование, production и все остальное. Есть апстрим, это вот все, что происходит до вот, вот этой части to-do. Это вот там, где продукты, ну, то, чего разработчики не видят. Kanban управляет как раз этими двумя стримами. То есть он выстраивает такую сквозную линию, как бы, и по ней вы делаете свой конвейер. Сразу же скажу, что это относится не только к IT. В аэропортах так самолеты садят и взлетают. Во многих производствах это все работает. Поэтому есть разделение на IT-шный Kanban и производственный. Мы сегодня говорим про IT-шный. Собственно, на доске есть там всякие буферы, да, емкость буфера. Это вот бывают случаи, когда вы делаете задачи, вроде FTS закидываете, это является вашим буфером. Он чаще всего больше, чем типа задачки могут быть висеть там, допустим, в тестировании, в инпрогрессе. 3 в инпрогрессе на 3 QA-щиков, 10 в буфере, потому что ждут, допустим, деплоя. Ну, в общем, про это тоже все рассказывают на тренингах. Сегодня мы здесь тоже не останавливаемся, потому что у нас немножко про другое. Есть один из подходов, как внедрять канбан, это... Статик. Значит, это очень классный подход, когда
Вы с командой определяете свои типы работ, источники, определяете, над чем вы работаете, как часто к вам заходят эти все типы работы, кто чего сходит, источники неудовлетворенности. Вы прорабатываете это все с командой и строите дальше новые системы. Собственно, здесь вот реальные картинки того, как команда это проводит. То же самое, приходите на тренинги, вам про это все рассказывают, и буквально там через сколько? Ну, 4 часа, получается, вы можете уже, в принципе, пробовать это делать в своих командах. Опять же, сегодня не про это. Я вам сегодня расскажу про 3 классных кейса в разных компаниях, с помощью которых мы решали, собственно, их проблемы. Первое — это американская компания, которая делает PDF-редакторы. У них довольно большая команда, это примерно 45 человек. Просто вот представьте вот редактор, да, и есть лендосы, личные кабинеты и так далее. Вот просто core-команда, которая делает редактор на фронте, это 45 человек. То есть это коечки и фронтенчики, даже ни нодеры, ни бэкенчики, никого. Работают они примерно с 2014 года, вот их команда как была, так она и растет. У них, соответственно, есть определенный пул данных, сколько задач они делали, да, там трекер, жира, ну все, короче, стандартный стек. 13 фронтенд-разработчиков, 45 плюс человек, собственно, квартальное планирование, да, то есть каждый квартал ребят собираются с продуктами, SEO, говорят, вот мы будем вот это делать, и идут дальше уже с командами общаются. 7 плюс стейкхолдеров, это только основных крупных. Как вы понимаете, если это core-командная, от нее еще хотят там примерно 20 продуктов, типа сделать им эту фичу, и еще и вот это, ну, соответственно, у них бэклоги очень жирные. Вот, это примерно вот так вот выглядит их эдитор. Дальше идем. Вот так выглядел у них бэклог. То есть ребята собирали в Excel-табличку, пытались написать какие-то релизы, вот, и как-то это пытались все деливерить. Самая главная сложность — это то, что в команду каждый день приходят новые запросы, застревает код-ревью, потому что разработчиков много, проверять некому, все фигачат фичи. Ну, в общем, короче, как обычно, у вас, наверное, тоже такие кейсы бывают, когда там примерно, не знаю, там 30 пол-реквестов висит, и тимлид такой, проверь задачу, вот это вот все начинается. Дальше долго тестируется. Была проблема в том, что любой релиз этого эдитора — это примерно полтора месяца было. То есть ребята начинают тестирование, регресс, и это полтора месяца. А потом еще момент фичей, баг-фиксов, это еще плюс полтора месяца, это в районе 400 багов. Ну, вы представьте, 5 версий на продакшене, у вас одного и того же эдитора, вам нужно все перепроверить, ну и другого варианта нет у них. Вот, собственно, огромный бэклог плюс 5000 там где-то задач, которые они хотели сделать, и пуш-процесс разработки. То есть приходят, говорят, нам надо, надо, вталкивают, и как бы, ну и все, ребята захлебывают. Вот, что мы сделали? Мы пришли, рассказали этим ребятам, что такое Kanban, какие есть основные практики. Собственно, начали мы с самой первой базовой, это визуализация. То есть мы визуализировали весь их поток работы. То есть мы им рассказали, что такое Kanban, что такое потоки. Поскольку команда уже давно работает на, ну, просто, по сути, на потоке, уже на конвейере, да, там фичи клепает, баги фиксит. Вот, нам нужно было разобраться, насколько широкий у них поток и как много они действительно могут деливерить. Рассказали им про ограничения работы, так называемые VIP-лимиты, work in progress. Это следующая история. То есть когда вы зажимаете определенный поток, будь то тестирование, разработка, ожидания, буферы. Я вам покажу на следующих графиках, как это все выглядит. То же самое происходит, возможное ускорение, и вы это на самом деле очень быстро будете чувствовать. Дальше управление потоком — это задача продуктов, проектов, delivery или SRM с точки зрения, ну, сервис delivery менеджеры, которые с точки зрения канбана роли. Они этим управляют. Сделать правила явными. То есть вы договариваетесь, то, как вы работаете на доске, то, как вы работаете с точки зрения, типа, как вы берете задачи из бэклога, как формируется ваша приоритизация, ну и все в этом духе. Вводите петли обратной связи. То есть как часто релизы обычно хотят делать? Ну, типа, если скрам, это каждые 2 недели, да, под конец спринта пытаются релизнуться. Значит, петли обратной связи раз в 2 недели. Мы их делаем раз в день, то есть каждый день релиз. И это наша петля обратной связи, с точки зрения мы релизимся, делаем АБ-тест, получаем сразу результат, и как бы у нас самый быстрый фидбэк от пользователей. И, собственно, улучшайтесь эволюционно. Вы не можете прийти в команду, которая работает больше 5 лет, и сказать, у вас здесь все не так, мы сейчас переделаем, и, скорее всего, это менеджеры сразу не воспримут. Поэтому, если вы хотите что-то переделать, вам лучше использовать вот эту вот штучку, про которую я расскажу, и, собственно, вам будет проще продать потом какие-то изменения. Значит, вот это первый кейс. В Kanban есть так называемая кумулятивная диаграмма, то есть накопительная диаграмма потока, CFD еще по-другому. Так, сейчас, секундочку. Выглядит она вот так. Так, можно как-то... Давайте вот сюда спрыгну, чтобы всем видно было, и мне тоже. Значит, берется все задачи, которые у вас есть там в каком-то трекере. Формируется вот, такой, вот такая диаграмма. То есть каждая из вот этих вот линий, вот эти вот потоки, это, по сути, ваши статусы. In progress, in QA, in backlog, ну, короче, что угодно. Вы формируете эту штуку на протяжении там 2-3 лет и видите как бы весь поток, как он у вас формировался. Что здесь самое главное? Помимо этого потока, ну, опять же, как я сказал, много pull-реквестов висело, 35 плюс задач ready for test.
Если мы посмотрим ready for test, это у нас, вот видите, вот этот цвет, да? Вот. Вот в этот период, вертикально если провести, это будет примерно 35 задач в in-progress. Ну, то есть вот ready for test статус, и у вас 35 задач. Ну, как думаете, это много, мало? Ну, наверное, много, потому что у вас там типа QA-щиков 5-6 на 13 разработчиков, на 1 к 3, 1 к 2 соотношение. Очень сложно им протестировать столько. Не все задачи входят в релиз. Опять же, 400 багов, все отваливается. Много незавершенной работы. Вот эта вот часть open, да, то есть здесь даже бэклога нет, где вот 5000 задач есть. Вот здесь вот open, это вот то, что ждут от команды уже сейчас, это то, что наш, то, что продакт закоммитился. И вот эта вот часть, она тоже огромная, здесь просто нету линий, будет на следующем графике. Вот, самое главное, что мы здесь видим, мы здесь можем отображать бутылочные горлышки, вот эти вот вещи. То есть когда у вас треугольничек вот в эту сторону идет, расширяется, для вас это сигнал о том, что у вас что-то не так, у вас здесь застревают задачи. А если они застревают, то ваша... Вот эта вот линия горизонтальная, да, если проводить в одном статусе, это cycle time, вот эта вот метрика. Что она показывает? Это среднее время нахождения задачи в том или ином статусе. И вот если у вас образуются вот такие бутылочные горлышки, то ваш cycle time увеличивается. Если ваш cycle time увеличивается, то у вас ползет time to market. А time to market это что? Это не тогда, когда разработчики взяли задачу в open, а когда задача попала в бэклог продукта, когда они захотели что-то увидеть. Ну, то есть к вам пришел клиент, и вот тогда уже time to market начинается. Вот, собственно, ползут все метрики. Каждый раз команду что-то аффектит. Здесь ребята что-то не тестируют. Вот здесь вот видите, там ready for merge. Ready for merge у ребят как раз вот типа 35 pull-реквестов. И они постоянно растут, не успевают разгребать. До этого люди этого не видели. Когда мы к ним пришли, показали, они сказали, да, у нас проблема. Потому что до этого только люди на вантуванах говорили, что, блин, ну там не тестят, там, короче, QA-щики то, разработчики все, тимлид, короче, не тащит. Вот. Когда вы увидите вот эту штуку, у вас сразу будут определенные инсайды. Что мы сделали дальше? Есть спектральная диаграмма. На ней чего делается? Вы собираете все задачи, которые у вас есть, и группируете их по времени выполнения. То есть там вот есть, допустим, у нас за 0 дней, да, то есть это меньше дня, фиксится примерно, вот там было там 35 задач. И так дальше. Там за 1 день, за 2, за 3, за 4 и до самого вашего хвостика, который чаще всего отсекается. 164 дня — это вот реально задача, которую команда закрывает. Что вы здесь можете увидеть? Мы можем сделать вот такие колокольчики. Чем они уже, тем лучше, потому что это более предсказуемо. Вы можете на основе этого графика уже определить свои типы работ, про которые вам расскажут на Kanban-тренингах или в книжках, которые вы прочитаете. Их две очень классные, в принципе, вся инфа там есть. Вот. Как думаете, что вот это вот за задача? Еще? Ну, как вариант? Опечатки, баги, все остальное, потому что команда это быстро фиксит, да? Видите, 1-2 дня. Но команда большая, чаще всего у них основной пул работы — это вот это. С точки зрения прихождения к вашему поступлению задач, вы на основе этого графика можете дать уже определенный SLA по решению какой-то задачи. Вы можете сказать, что мы баги закроем примерно за 1-2 дня. Можете сказать, что средние задачи мы закроем типа там от 10 до 30 дней. А вот это вот все, как вы думаете, что вот это за задачи такие? Ну, что обычно команды такие старые делают, что-то большое? Что у них болит всегда? Да, технический долг и рефакторинг. Чаще всего вот эта история. А это то, что портит статистику всем. Это вот эти задачки, которые полгода лежат, про них никто не вспоминает, а потом такие, нам она нужна. Или потом не нужна. И они выкидывают ее. А опа, метрика появилась, чик, и все поползло вправо. Вам нужно с точки зрения как бы delivery, да, или менеджера, вот эту часть всю уметь отсекать. Сейчас я покажу дальше, как это все делать. Дальше. Если вы понимаете, что вам этого графика мало, вы делаете как бы... Луц называет это лассо. В общем, короче, берете вот эту штучку и строите по ней еще раз такой же график. И получаете уже вот такое распределение. И вы вот ниже, баги, да? И вы в багах тоже можете определить, какая сложность у вас всегда, за сколько вы что закрываете. У вас оказывается, что вот смотрите, от 1 до 7 дней что-то уже появилось, вот здесь что-то появилось и вот здесь. Ну и вот это вот понятно, то, что там когда-то вы там, я не знаю, благородный королевский синий цвет сделаете для редактора, да? Обычно такие запросы приходят. Это как бы must-have для продуктов, проектов, чтобы понять, что вы делаете не так и какую работу вы на самом деле выпускаете и как сконцентрироваться, чтобы сделать этого меньше. Идем дальше. Значит, что мы сделали вообще по итогу в этой команде? Рассказали команде про Kanban, сигналы, VIP-лимиты, про пул-процесс, как это может работать. Собственно, ввели каденции по поставке. То есть мы их перевели на релизы каждый день вместо типа там раз в месяц, потому что 400 багов сразу пофиксить сложно, а по 10 каждый день попроще. Ограничили их в работе. То есть мы сделали так, что в in-progress они могут взять там, не знаю, не 10 задач, а 3.
Да, вам кажется, что это мало, но на самом деле, когда они делают три задачи, они все сфокусированы на этих трех задачах, и они закрывают их быстрее. Поток начинает двигаться быстрее. То есть вы попробуйте вот в дверь сейчас, вот в эту пропустить, там 100 человек одновременно. Никто не зайдет. Но если будут по одному заходить, то в принципе зайдут все. А если зайдет по два, ну нормально, еще быстрее зайдут. По три, да, и вот вам надо найти эту золотую середину, сколько у вас может быть в каждом статусе задач на самом деле. И вот доски, канбан-доски, про которые вот многие думают, это вот как раз помогает, чтобы ограничить вот всю эту работу. Дальше мы сделали правила игры, поработали над бэклогами, что такое коммитменты. Самое главное, у ребят появилась вот эта штука SLA, потому что команда старая, все руководство привыкло, что ну там эдитор, кор, короче, вот мы вообще не хотим, идем маркетингом заниматься, и другие команды, там их там 20 штук было. А тут команда OP выходит с каким-то контрактом наружу. Говорит, а все, мы можем вам задачу примерно там за 35 дней сделать, если возьмем ее в работу, да? До этого они вообще никакой коммитмент не могли давать. То есть они говорили, что ну там что-то, спринтов нет, ничего нет, просто они вот по потоку работают и как бы все руками разводят, потому что у них 400 багов на проде, как бы 5 версий. Вот, то есть они смогли давать какие-то уже циферки, это уже круто. Собственные каденции. Каденции с точки зрения канбана — это как бы частотность. Да, ритм, с которым у вас происходит определенные события. В канбане их 7, вы можете добавлять свои дейлики, стендапы, планирование, что угодно. Ну, как бы никто вам это не мешает. Триаж бэклога и декомпозиция. 5000 запросов в бэклоге — это ненормально. Мы рассказали про такую фишку, как триаж. В полевой медицине это есть такое понятие. Это когда у вас есть пациенты, которые сейчас умирают, и их можно лечить срочно, сейчас. Да? В нашем случае это какие-то супербаги, прот лежит, еще что-то, или фичи, которые прям под, не знаю, миллиона долларов, короче, вам союз солит. Есть те, которые подождут, поживут, они просто лежат в коридоре, их не лечат. И те, которые умирают и безнадежно выкидывают. Вот из 5000 запросов осталось всего 100. Задачи, которым больше полугода, просто удаляются, потому что они никому не нужны. Вы, скорее всего, к ним не вернетесь. А если вы вернетесь к ним, то, скорее всего, они нужны будут уже в другом виде. Не в том, когда вы хотели вот в то время. Потому что время меняется, продукт меняется, движуха идет, мир тоже меняется. Сейчас уже каждый день он меняется. Поехали дальше. Значит, как доска выглядит в Jira? Многие из вас, наверное, в Jira работают. Из нее выжили максимум, попробовали сделать лимиты. Да, видите, там сколько у нас? Минимум, максимум, там 3, 15. В команде 15 фронтов. Это доска чисто фронтенщиков. Здесь не отсвечиваются QA-щики, бэкэнщики, вообще никого. Чисто команда фронта фокусируется на своей доске. Задача delivery как раз вот мониторить всю эту историю. И как строится поток. Вот видите, у нас там свимлайны, да, горизонтальные штуки, это версии, там 2.24.1, 2.24 вниз, вниз, вниз. Это приоритеты, по которым команда работает теперь. То есть у них есть самая готовая горячая версия, это 2.24.1, да, это типа бейзлайн, так называемый, на котором продукт, собственно, деньги зарабатывает. И вниз вот это вот все, что там либо старье, и поддерживать надо, как бы, и менеджерам очень просто это определить. VIP-лимиты как раз и формируют вот это вот ограничение. То есть никто из этих людей не может взять больше задач, чем лимиты тебе позволяют. Из-за этого всем гораздо проще, потому что QA-щики плюс-минус знают, сколько у них задач будет вперед, они знают, сколько у них задач висит на тестировании и сколько ждет еще. То же самое на, собственно, продакшн. Опять же, нету колонки типа to deploy, еще какой-то вот этой вот фигни. Ребята сразу потестили, пофиксили, merge master, тесты прогнались, все, в продакшн. Ничего не ждем, бессмысленно. Поток, как он стал? Помните, первый график был, где у нас были такие треугольнички вот в эту сторону? Оно было вот так вот плавало, это вот команду постоянно тормошило. То они не успевают, то застревают и так далее. Мы сделали вообще flat график, просто ровный, идеальный. Задача этого графика, здесь вот как раз поподробнее, повнимательней. Задача любого менеджера, который управляет потоком, сделать так, чтобы вот эти две горизонтальные линии, это линия, условно говоря, приходящих задач и уходящих задач. То есть вот сколько к вам пришло, столько же ушло. И вот задача любого менеджера сделать так, чтобы они были параллельными. Не расходились, не сходились, а были параллельными. Потому что если они расходятся, вот такой вот треугольничек, то это значит, что ваша система не успевает переваривать столько задач, сколько в нее вкидывает. А если они, наоборот, вот сходятся в эту сторону, то это значит, что команда очень быстро работает, ей не хватает фичей. Это ваш основной тул, когда вы мониторите любую команду. Фронтенд, вы даже можете HR-ов так мониторить, рекрутеров, кого угодно. У них ровно такие же процессы, просто другие статусы на самом деле. Вот, что здесь опять же видно. На вот этом графике, видите, вот оно сходится, там расползается и так далее. С чем это обычно связано? Праздники, выходные, Новый год, еще какая-то история, команда отдыхает, саппорт работает, на них накидывает. Это, собственно, результат после того, как мы ввели им, собственно, весь канбан, рассказали, показали, зажали их. И после этого люди стали приходить и говорить, нифига вы нам быстро задачи делаете. Ну, то есть, типа, сторонние стейкхолдеры, там какие-то команды из, типа, как его, MyDocs есть, короче, где документы отображают.
Говорят, они нам стали задачи быстро делать, нифига себе. При этом ребята стали нагрузку свою быстрее планировать, и они понимают, сколько они могут выделить себе на рефакторинг. Они могут себе сделать свимлайн теперь, типа рефакторинг задачи, и сделать туда лимит один. Одна задача на одной доске, неважно, сколько человек работает на ней. Она идет у вас по потоку, и вы ее двигаете дальше. Поехали дальше. Если вы не верите этому графику, есть Scarlet Plot Time, Cycle Time, Scarlet Plot график. Распределение точек. Многие, наверное, видели такую аналитику. Собственно, здесь то же самое. Здесь по вертикали у вас за сколько задачи закрываются, да, cycle time. В нашем случае это вот весь этот скоп работы, да, то есть это вот от коммитмента до delivery. И мы видим, что почти все распределение у нас до 40 дней. Да? Есть вот эти вот точечки, над которыми вы потом работаете и думаете, а почему так произошло? Что мы сделали вот эту задачу за 150 дней? Она же сразу видна, да? Так-то вы смотрите в доску в жиру, там и нифига не понятно, сколько она делается. Вот, ваша задача, собственно, то же самое, провести себе какие-то вот эти персентили, 95-й, 85-й, работать в рамках этого персентиля. Каждый себе выбирает свой комфортный уровень. То есть это с вероятностью там 85%. Вы закроете примерно задачи, давайте посмотрим за сколько. Ну, наверное, дней за 35. Да, вы же видели, там был вот такой колокольчик, я показывал, это как раз вот основной скоп этих работ. И если вы не верите этому графику, в жире есть контрольная диаграмма, и на ней увидите то же самое. Команда работает. Вот эта линия — это скользящая средняя, за сколько задачи закрываются. Она как раз вот на том цифре, о которой я говорю. 35, там 40 дней. Вот эти вот все точечки — это кластера задач. Это не одна задача, а много задач. И, как видим, они каждый день закрываются. То есть это вот то, о чем я говорил. Вы не ждете спринт, а у вас постоянная поставка ценности. Просто непрерывно ребята поставляют, и у них даже голова не болит. Вот к этой модели мы пришли за год. Это очень сложно, долго, недорого. Но нужны знания, чтобы это можно было применить. И после того, как я вам показал Excel-ку, мы сделали, собственно, в Airtable вот такой roadmap-чик. Он очень простой, разбит по кварталам. Собственно, очень классная визуализация, рекомендую. Если кто не знает и, там, не знаю, по жире не упарывается сильно по бэклогам, то, в принципе, продуктом здесь гораздо прикольнее работать. Вот, по KMM, табличку, которую я показывал, они с нулевого уровня, когда они не знали ни про доски, ни про VIP-лимиты, ни про канбан там индивидуальный, командный, системный, они пришли к четвертому-пятому левелу, когда они уже сами делают discovery своего канбана, да, вот того, той системы, которую построили, и сами уже внедряют свои изменения. То есть они приходят с определенными предложениями, нам не нравится здесь, мы здесь замедляемся, и у всех уже есть вот эти сигналы как раз к определенным изменениям или триггеры. Так, поехали дальше. Следующая команда, Core UI. Остановимся. Есть ли вопросы по предыдущему графику, слайдам? Потому что сейчас будут похожие, но кейсы немножко разные. Я же сказал год. Да, ровно год — это эволюционное изменение. То есть вы не приходите, все, у нас сегодня скрам, короче, делики понеслась, две недели итерация, релиз, все, и все такие, что, кого, куда? Там прям планомерно ходили, говорили с людьми, разговаривали, что вот, вам важно. Вы просто... Многие из вас занимаются там, типа, проверкой pull-реквестов в плане того, что заходят там, в GitHub, в GitLab, смотрят, сколько pull-реквестов у ребят висит. Ну вот. Чаще всего это самое больное. Научить людей проверять pull-реквесты до того, как они начинают работать. Потому что с точки зрения системы pull-реквест находится справа. Он уже почти около продакшена. А те задачи, которые они начинают, они только начинаются. И получается, что вам проще доставить то, что уже готово. Поэтому самое сложное разработчиков заставить проверять pull-реквесты сначала, а потом писать код. Потому что потом начинается. 100 лет висит один pull-реквест, а этого человека уже нет. Работа потрачена, и деньги вы тоже потратили. Вот это вам поможет этого избежать. Поехали, следующий кейс. Команда Core UI Team, тоже хардкорная команда. Она делает сторибуки. Кто знает, что такое сторибуки? Так, отлично, сейчас расскажу. Вот все, что вот здесь вот нарисовано, оно состоит из таких маленьких компонентиков. Кнопочки, менюшки, выпадайки, инпуты, шрифты, компоненты. Вот все это отображается в таком сторибуке и формирует дизайн-систему. Так вот, эта команда делает всю дизайн-систему этого продукта. Продукт тоже очень большой. Там порядка 2 миллионов B2B кастомеров. Ну и, собственно, тоже сложности с доставкой. Вот это их аналитика была. Мы уже пришли и уже с новыми тулами начали исследовать, что у них происходит. Мы не знали, как часто у них релизы, мы не знали, как долго у них идет работа, как много работы, где затыки. Теперь давайте вместе с вами попробуем проанализировать самое простое. Как часто они релизятся? Кто может сказать? Не. Как часто релизится? Вот графичек. Сейчас вот будем рассказывать. Давайте еще варианты. Просто не будем долго тормозить. Раз в 2 недели. Вот их статус готово, да, QA Proof готово.
Вот мы видим, что у них здесь, вот видите, ступенька, ступенька, ступенька. И это вот если вертикальные линии провести, мы видим, сколько у них идет чаще всего релиз. Вот здесь что-то они ничего не делали, либо очень там поставляли задачки какие-то маленькие, и вот это вот сидится вот так. Вам даже не надо ни с кем вантуваниться, чтобы узнать, за сколько у них релиза происходит. Все, это уже у вас как бы в кармане. Дальше идет, как долго работа идет. Вы берете, как померить вообще, сколько работы проходит во всех статусах, так называемый lead time. Вы берете, определяете статус, с которого у вас начинается работа. Например, в работе, да, это какой вот желтенький. Берете в любом месте, вот здесь вот точечку ставите и вот такую горизонтальную линию рисуете до сюда. Опа, оказывается, задача не две недели делается, да, а вот уже 2 месяца. Но при этом они что-то 2 недели каждый раз поставляют. Что они делают? Непонятно. Как бы они говорят, да мы нормально релизимся, что вы нам пришли тут. Это вот мы узнали, как долго работа идет. Дальше мы выясняем, как много работы у них. Делаем вертикальную линию в любом из статусов, вот такую вот, и смотрим, это, по сути, ваш VIP-лимит. Это, кстати, лайфхак. Если вы будете использовать VIP-лимиты у себя на досках и захотите ограничить кого-то, построите вот такой график, и вы узнаете свой VIP-лимит. Увидите, что если там 40, ну, адекватность, понятно, берет вверх, вы там ставите 10. Но если их 15, вы можете начать с 15 и зажимать. Вот. Вы узнаете, сколько работы всегда в статусах. Самое печальное здесь вот это. Видите, опять графичек расходится. И давайте посмотрим, у кого эта проблема. Опа, кто это у нас? А это код ревью. Да? Опять возвращаемся к проблеме. Не тест, не проверяют пул-реквесты. Типа пацаны что-то фигачат, выпускают, баги фиксят. А фичи там 2 месяца доходят до продакшена, при этом еще какая-то работа вот тут вот. Ну, вы представьте, да, с декабря, даже нет, давайте вот с октября по декабрь у вас вот столько задач, которые не дошли до продакшена, при этом они что-то делают. Идем дальше, смотрим, пришли к ним, говорим, ребята, у вас тут проблемы, давайте зажиматься. Оп, видите, здесь вот уже нету такой проблемы, и здесь нет, и вот тут нет. А мы им на досках всего лишь VIP-лимит сделали. А они сразу такие, а мы не можем брать работу, потому что у нас там уже все забито. И вы не можете проталкивать, у вас пробка. Вам надо там вначале выпустить все, чтобы она прошла. Следующая проблема. А сколько продакт хочет от команды вообще? А вы берете вот так вот от 20 и до 40, до 60 вот эту вот часть. Да? Вот он hold и вот к работе, ну к выполнению. И смотрите, что 40 задач хочет. А вот тут продакты вообще поработали, видали? Наклепали еще больше задач. Что это значит? Это значит, что они хотят слишком много от команды и занимаются только тем, что клепают задачи. Они не идут, значит, наверное, там, дискаверить, да, там, со стейкхолдерами общаться, с клиентами, с продуктом, а занимаются только тем, что требования пишут. Тут вы то же самое берете потом и ограничиваете этих ребят. Говорите, пацаны, мы больше задач не берем. Вот это вот все разгребайте, выкидывайте и заново давайте. И у вас все начинается заново. Погнали дальше. Делаем спектралку. И вот помните вот этот графичек, да, он плавает, плавает. А вы тут можете найти вообще что-то? Вот, и они ничего не нашли, потому что за сколько задача будет готова? 2 недели спринты, а задачи готовы и за 60 дней, и за 30. Ну и, короче, бог знает, что вообще как. То есть непредсказуемое delivery. Это значит, что они, когда говорят оценку, они врут. Очень сильно врут. И, скорее всего, врут намеренно, потому что они не понимают, что они оценивают. А если они не понимают, значит, наверное, декомпозиция плохая, требования плохие, ну и вообще старт очень плохой. Если не верим этому, делаем вот такую штуку. Опа, смотрите, выполнение. Сколько задач? Год ждут задачи, да? Это вот продукт кидает, и вот они ждут, ждут, ждут целый год, полгода. Ну как, у вас такое есть в компаниях, нет? Знакомые картинки? А вот тут, смотрите, ready for test. А сейчас, подождите. Что, одна задачка? Серьезно? Вот это проблема команды. Ну и видите, да, у вас среднее время вот этих вот штук, оно растет, растет. Вот VIP average 134 дня и пошла вверх, короче. При этом на ревью у вас продукт или проджект говорит, я молодец, я сделал столько задач, мне давайте денег, там я еще опционов хочу и так далее. А ты ему потом показываешь, говоришь, а что? Ну и все, записывается на тренинг и учится. Самый главный вывод. Kanban метод помогает изучить процессы команд, собственно, найти скрытые работы, бутылочные горлышки и начать их фиксить без боли. То есть это вот самая основная визуализация, которая вам может помочь. Сейчас еще по второму кейсу скажу. Это нужно еще не только командам и delivery, которые занимаются в этой команде. Это очень полезно вашему руководству, если вы занимаетесь этой штукой, и над вами руководство, и вы не знаете, что им показать, кроме как сколько мы задач выпустили за месяц или сколько попугаев вы делаете. Вы можете показать такую аналитику, он ничего не поймет в ней, но он скажет, очень круто. Ну типа, мы видим, что вы знаете. Вот скажете, вот тут мы застряли, вот тут у нас, вот тут чувак ушел в отпуск, все, мы, это повод нового человека нанять, ну плюс один, да? То
То есть вы можете очень хорошо инфо эту использовать. По второму кейсу есть вопросы? Вообще, насколько сложна инфа, которая вот сейчас вот идет? Ну, окей, поехали дальше. Кейс 3. Самый актуальный, я думаю, он всем будет интересен. Это у всех точно есть. У кого есть команды саппорт? Первая линия. Так, что-то маловато. А как вы с клиентами работаете? Хорошо, значит, после этой линии есть ли какой-то человек со стороны команды, который принимает все эти запросы и думает, фиксить или нет? Отлично. Это вот как раз вот для вас всех будет. То же самое, большой продукт. Сейчас просто расскажу специально, чтобы отличили. Когда на первую линию приходят запросы, они много отсекаются, да? Но есть запросы, которые начинают фиксить команда. И вот тут ваше начинается время по SLA, как раз вот решение проблемы. То есть саппорт быстро отвечает, все хорошо, но решение реальной проблемы вы тоже не знаете на самом деле, за сколько вы закрываете. Сейчас я вам покажу, как узнать. Значит, в команде саппорта 4 или 5 человек, которые разгребают тикеты, которые фиксит команда, пуляет обратно, нужно подтвердить у клиента, что проблемы нет, сказать команде разработки, что проблемы нет, все, короче, продакшн, понеслась, раскатываем на всех, если у вас АБ-тест, еще и АБ-тест провести. Вот. Таких запросов примерно 40. То есть у вас в саппорте висит 40 задач, которые должны пофиксить, и они уже закоммичены, то есть люди над ними работают. Вроде бы знают свой SLA. Нам говорили, что они решают проблемы до 24 часов. То есть в течение суток они отвечают клиенту, и как бы вот их весь этот SLA. А дальше они ничего не знают, потому что когда ты их спрашиваешь, а сколько у вас времени вот просто вот от SLA, который вы вот дали на первое касание, и до решения проблемы? Тут уже все. Никто ничего не знает. А руководство-то вы приходите, говорите, нам нужен еще плюс один человек, мы не успеваем. А почему? А ничего показать не можете. Не знают, сколько ждать ответа от кастомера. Это уже вывод, но типа как бы спойлер небольшой сейчас покажу. Говорят, что кастомер отвечает долго. То есть команда разработки пофиксила задачу. Так, сейчас, секунду, можно посмотреть время, сколько у нас? О, немного. Значит, команда фиксит, отдает, и они не знают, сколько кастомер проверяет свою задачу, да, и вот это вот решение, что все хорошо. Поехали дальше. Вот, значит, мы то же самое строим, а один и тот же график просто вот берете, используете, все показывает. Вот тут вот команда, видите, там 4 реквеста, это вот фиксит. Это то, что команда отдала обратно в саппорт, ждет, когда те ребята скажут, что все окей. Вот это вот VIP-лимит, который в работе, это вот сколько сейчас саппортники занимаются выяснением, действительно это проблема или нет. Ну, то есть, типа, отдать в команду разработки эту проблему или не надо ее отдавать. Что мы здесь видим? В работе у них, значит, задача, видите, cycle time 8 дней. Фиксит, да, допустим, 2 дня, 3 уже почти. Ну, и вот вы можете видеть вот эту всю аналитику собирать. Это уже готовые тулы, очень классно работает. А потом, значит, ищем пробки. Что происходит? Вот здесь вот видите, вот эти вот штучки. Оп, фиксит, больше стал. И вот здесь вот 17 реквестов стало. Было 4, 17 стало. То есть мы 17 реквестов ждем, то есть команда пофиксила. И вот помните, да, время, как мы считаем, горизонталь. И у вас, оп, и горизонталь вот здесь тянется выше, и вот здесь вот горизонталь тянется. Вот тут они, конечно, поработали, все позакрывали быстренько, молодцы. Но опять потом, вот если вот отсюда взять, протянуть, это там внизу, получается, тоже месяцами может измеряться. Вот ваша задача что сделать? Задетектить эту штуку, а потом вы берете и из этого графика выясняете, а действительно ли вы ждете кастомера или все-таки саппорт плохо работает. Оп, смотрите такую штуку. И вот тут вы получаете настоящее SLA решение проблемы. Вот это у вас получается персентили, да, 95-й, 85-й, возможность 50-50, 50 на 50, да? Вот берем 85-й. Это значит, что с вероятностью 85% проблема будет решена за 23 дня. Не за один день, а за 23 дня. То есть они должны в течение месяца держать клиента в чате, как-то с ним вести беседы. И это как бы очередной импрув для команды. Поехали дальше. Вот так вот их доска выглядела. И они говорили, что и вот этого статуса не было. Это вот как раз вот improve. Что мы сделали? Мы разделили fixit на fixit и wait for customer, чтобы выяснить, действительно ли нам отвечает долго клиент. Вот мы видим, да, у нас сколько? Ждем кастомера 8 задач, fixit 9. Ну, done, reject, понятно. То есть готово, не готово, либо reject, если проблема не существует. Оп, смотрим сюда. Ждем они клиента, а когда саппорт, собственно, заберет решение от девелопмента. Смотрите, как это получается. Кнопочки путаем. Так, wait for customer берем, да? Смотрите. Вот тут этого статуса не было. Вот видите, никакого цвета лишнего нет. А вот здесь он добавился. И видите, вот здесь вот маленькая линия такая, тоненькая, тоненькая. Ну и вот тут не сильно много. При этом вот эта линия не изменилась. А это значит, что не кастомера они ждут, а сами, короче, нифига не делают. Ну то есть там их там 4 человека. Что они делают-то как бы? Где? Алло.
Приходишь ты к руководителю, говоришь, у тебя не работают люди. Работают. Ты ему показываешь. А, блин, у меня этот ушел в отпуск, а еще вот это, а еще вот это. Я говорю, так при этом у тебя SLA-то ползет, который на всю команду, ну, компанию даете, в компании там 2000 человек работает, разработчиков. Поехали дальше. Не верим этому графику. Смотрите, еще круче есть. Раскидываем точечки. Смотрите, до ноября было все хорошо, а потом пошло вверх, да? И тут вот либо команда плохо что-то делает, ну, долго фиксит проблемы, либо, опять же, саппорт что-то не договаривает нам. А потом мы смотрим, wait for customer. Ну, там цвет какой-то. И он вот тут вот уже выше. Вот эта линия формируется, и она ползет вверх. Это значит, что SLA, который вы обещаете, за сколько вы решите проблему, он тоже ползет. И вот это вот самые простые примитивные графики на самом деле, с помощью которых вы можете что-то определить. А потом мы пытаемся выяснить настоящие SLA команды. Строим, собственно, вот эту историю, говорим 85-й персентиль, оп, больше месяца. Смотрим, за сколько ребята реджектят задачи. Вот видите, да, маленький колокольчик. Тут точно саппорт же, разработчики так быстро не фиксят проблемы. Это саппорт берет, проверил, да, проблемы нет, все хорошо. Это тоже метрика, и вот видно, что да, действительно не за один день решает проблему. Но какие-то сложные проблемы уходят далеко и надолго. А если без реджекта посмотреть, то нам нужно всего лишь 41 день, чтобы пофиксить проблему, вот которая от кастомера приходит, и вот он ждет. Это вот не фичи, которые вы девелопите и что-то обещаете. Это вот просто у вас, я не знаю, там, у человека бонусы не пересчитались. И вот он ждет, пока они пересчитаются. Вот примерно вот столько он ждет. А теперь еще два кейса. Давайте еще вот по предыдущему. Это вот быстрые будут, я просто покажу. Есть вопросы по предыдущим? Хорошо. Здесь еще прикольней. Если у вас есть в команде продакт, он любит, как я говорил, много писать требований и, короче, кучу какой-то фигни непонятной. Вот тут вот команда с архитекторами связанная. Ready for development, ready for decomposition. Да, это вот эти вот статусики огромные. Вот тут вот продукты просто накидывали задачи в бэклог. А потом они почему-то решили, что у них все готово разом. Видите, вот эта вот шапочка. И это больно. Это очень больно и тяжело. А, собственно, in development, вот видите, статус in development, он всего лишь вот такой, и он не меняется. Ну да, мы тут добавили разработчиков, но в целом они не готовы это все переварить. И вот понимаете, если вы проведете горизонтали вот сюда, от 75 до... ну там что-то почти под 300, то 200 задач, которые они вот висят и еще каждый день докидывают, а они никогда не дойдут до продакшена. При этом эти люди, скорее всего, идут, разговаривают с руководством, говорят, да-да, мы взяли, ждем разработчиков. А потом начинается, команда медленно работает, скрам не работает, вот это вот все, и как бы нового менеджера нанимаете. Вот, собственно, это вот та же самая аналитика, только немножко по-другому выглядит, из другой команды. То же самое. Вот видите, Ready for Arch, да, у нас есть архитекторы, их 9 человек, ну, в той компании, где это вот мы делали. Там 9 человек, просто весь бэклог продуктовый, там один стрим на 20 команд, и у них есть одна доска, и вот там 10, там 9 архитекторов смотрят каждый день, и такие типа, ну вот это мы пойдем декомпозировать. И вот столько задач им нужно сделать. Каждый день. Я думаю, вы сгорите. Самое главное дополнительно, собственно, когда вы используете канбан-метод и все его подходы, практики, ценности, вы меняете отношение к оценкам. Если вы оценивали в сторипоинтах, в идеальных часах, в попугаях, футболках, майках, чем угодно, то вы можете добавить и расширить эту историю таким понятием, как SLA. Вы можете дать вероятность, если она наступит, то за столько-то примерно закроется задача. И это уже более как бы осязаемая цифра. Канбан быстро выявляет проблемы. Как я показал на графике, собственно, вы можете найти эти проблемы и уже даже начать как-то их фиксить. Ограничение незавершенной работы. Собственно, вы формируете поток, сжимаете его, и вы ускоряетесь. Канбан применяется на текущих процессах. Как я сказал, чаще всего его можно применить только когда у вас есть определенные данные, какая-то команда. Вы его не можете использовать вместо скрама. Он не заменяет, он дополняет скрам, agile, любой ваш процесс. Это просто метод в отрыве существует, и вы его можете юзать вообще хоть в своей повседневной работе, на холодильнике расписание свое мониторить. Канбан не методология разработки ПО. Самое главное запомните, когда вам говорят, мы работаем по канбану, ну, как бы, скажите, вы не шарите, идите тренинги поучите, потому что очень много не того восприятия. Kanban не равно agile, Kanban не противопоставляется скраму, Kanban плюс agile, запомните это на всю жизнь, это ваше расширение любого процесса. Более частая поставка порождает доверие, то есть, когда вы релизите на прод каждый день или каждую неделю, или если вы релизили раз в полгода, а теперь релизите раз в месяц, то вы своему руководству показываете о том, что смотри, у нас идет работа, мы начали поставлять и получать обратную связь. И у вас появляется доверие от них к вам, потому что вы делаете теперь какую-то работу, и ее видно стало. А если вы это делаете каждый день, и даже если у вас продакшн разламывается, но вы его быстро фиксите, этот подход называется failed fast. То есть быстрые ошибки, быстрые фиксы, быстрое обучение. Обучение на ошибках. Мы все это любим,
но это надо использовать чаще. Тогда и к вам будет проще относиться, потому что будут меньше спрашивать, зачем вам люди нужны, а вас и так там уже 300 человек, как бы, зачем вам 301? Собственно, понятно, как использовать. Культура изменений, а не инициатива сверху. То есть если человек придет, ну, как я в своей команде прихожу, говорю, ребята, нам нужен скрам, потому что у вас нет оценок. Да? Ребята, делайте диаграммы Ганта, хоть что-то, показывайте оценки, потому что планируется вслепую нельзя. Это должно идти от людей, которые занимаются потоком изнутри. То есть вот все, кто управляют процессами, командами, это вот ваша тема. То есть не сверху вам должны говорить, вам нужен канбан, особенно в Гасухе так бывает. Я вот был на тренингах очень много, и вот приходят люди в основном, нас отправили поучиться, потому что что-то там про канбан говорят, возможно, нам поможет. Вот, вот это вот сверху. Самое главное, канбан предлагает иной тип сделки. Он вообще не берет никаких обязательств, да, основанных на чем-то неопределенном. Взамен вы даете прозрачность. Как я говорил, вы получаете SLA месяц, два, три дня, неважно. Вы видите эту цифру, и вы можете ее уже давать. Все, на этом закончилось. Собственно, теперь давайте вопросики быстро. И за самый классный вопрос мы подарим вам от смены определенный мерч. Семен, спасибо. Давай, давайте по вопросам. Здравствуйте, Семен. Ты решил вторую, да? Нет, нет, мне чисто любопытство. Хорошо. Она мне не нужна. Да, недостаточно вашего. Алло. Этот, от скольки человек должна быть команда, чтобы был смысл вводить Kanban, Agile? И... От одного. Его не вводишь, ты его используешь. Нет понятия вводить. Ну, мы можем вот весь зал сейчас собрать, а можем одного человека, и он будет работать. Так. Спасибо. А так радует, что у нас есть крутые специалисты в наших уфимских командах. Я подтверждаю, что Kanban и Scrum может работать на одного человека. Я Scrum-мастер, и у меня вопрос. Можно ли считать Kanban Scrum со спринтом в размером один день? Да. Спасибо. Можно, потому что у тебя будут спринты заканчиваться каждый день. Но давай вернемся просто быстренько. График-то у тебя вот так будет выглядеть? Потому что ты каждый день что-то делаешь, задачки переводишь, переводишь по статусам, они плывут. И если сверху посмотреть, то это та же самая река задач. А просто вот этот таймбокс, который у тебя в скраме в один день, он, ну, просто это для разработчика, что вот за один день ты должен сделать вот там какую-то единицу задач. Попугай или там StoryPoint. Вот, поэтому вот это все меряется. Так, еще вопросы? У меня вопрос. Я правильно понимаю, да, что Kanban, ну, как бы там система не нужна никакая, если уже есть система учета работ, ну, та же самая Jira, можно просто по статусам построить графики смотреть, да? Да, можно по любой из трекеров, если у вас есть там программисты, которые могут из API дернуть задачи, выгрузить всю эту историю. А это встроенное средство какое-то есть? Вот. Для Jira вот, вот эти вот все красивые графики, это Naive, сразу запомните, если кому-то надо, он там типа что-то стоит $16, что-то такое. У Jira есть тоже свой график CFD, но его вообще нереально смотреть, если вы пытались построить хоть раз. Он вообще не юзабельный. В U-Track есть тоже такой график, он получше. С ним тоже можно нормально собирать всю эту историю. Но в целом лучше еще где-то в BI-ке, если у вас хороший BI-аналитик есть, он еще круче вам графики построит. Да, Naive. Как раз только хотел спросить, топ-3 любимых плагинов? Вот Naive и все, must have, потому что в Jira есть, давайте быстро просто уверую, кто Jira пользуется? Раз, всего, два, да. А U-Track'ом? А чем вы пользуетесь? Redmine'ом? Так, короче, в Jira есть проблема в том, что вы не можете делать VIP-лимиты на одного человека, вы не можете ограничивать сам переход, то есть вам нужно писать самим кастомные плагины, чтобы прям вот человек прям не мог перевести, да, потому что в Jira подсвечиваются колонки, что красная, типа лимит закончен. В U-Track это можно на JS накодить прямо внутри с автоматизацией, ну, Redmine рубистов наймите, они вам это сделают. С Яндекс-трекером, ну, там как бы я уже писал им по поводу этой всей вопроса, пока они молчат. Вот, наверное, из таких плагинов все. Мы в основном пишем кастомные выгрузки и уже работаем сами. А что-то по диаграммам? По каким? По вот этим? Больше Ганта интересует. Диаграмма Ганта? Ну, это такое, типа, уже к этому не относится. Гант Про у нас российские ребята сделали SaaS-продукт. Очень хороший, у них даже API есть, с помощью которого можно выгружать задачи. И из Jira в том числе. Не пользуйтесь проектом, не надо. Оно вам не поможет. И Team Gant тоже. Вот Gant Pro must have. Вот не реклама, но, короче, идеальная вещь.
Так, еще вопросы? Да, извините, я, может, прослушал. А как вы оцениваете? Вы в сторипоинтах или в чем? Или... Все команды по-разному. Я же говорю, это разные продукты, разные компании в целом. То есть где-то вот... Сейчас, где эти самые хардкорные ребята были? Вот эти. Да, первый кейс, PDF-редактор. Эти челики никак не оценивают. Они сидятся на планинг, просто тимлид, техлид. Оценивает задачи примерно, за сколько это может сделаться, а потом они просто разработчики разгребают все задачи и примерно говорят, ну, я, может, чуть больше, может, чуть меньше сделаю. Команда, которая Core UI, типа вот компоненты Storybook делает, они пытались в StoryPoint'ах оценивать. Команда Support, понятно, в часах. А сроки они оценивают? Ну, due date, например, там. Кого еще раз? Due date, срок, например, у какой-нибудь задачи. Ну, понятно? Ну, я же говорю, первая команда, да, остальные нет. Остальные, у них просто... если ты работаешь в скраме, да, как вот там я показывал график, где мы определяли, когда часто у них релизы идут, у них там таймбокс 2 недели. Это их по факту срок. Ну, то есть, типа, как у вас в скраме? Вы должны за итеративно, инкрементально поставлять ценность. Если вы делаете просто задачу 10 инкрементов, вот этих итераций, то, ну, как бы он у вас не работает. Так, еще вопросы? Давайте вот этот. Полгода задача не выполняется, она выкидывается. Да. А как быть? И у нее как стейблкоин накапливаются какие-то доработки, которые требуются, но из-за нехватки ресурсов. За 20 лет, если никто не спросил, то они не нужны. Он 20 лет спрашивает? Ну, как бы, если вы не... Да. Можно еще дверь закрыть, потому что там тоже... Смотрите, самый главный кейс в том, что если вы 4 года не делаете эту задачу, то этот заказчик вам не нужен. Ну, с точки зрения как получения value с него. Это не настолько ценная фича. У нас реально был заказчик типа там из американского госсектора, который хотел себе королевский синий. Просто потому, что он хочет вот там в эдиторе просто подписаться этим цветом. И он говорил, ребята, я вам дам 100 тысяч долларов. Там подписка стоит 16 долларов. Он говорит, 100 тысяч баксов, и мне нужен этот цвет. Вот вы тогда пойдете, скорее всего, делать. А если вам такие же приходят просто там человек, который на триале сидит 4 года и просит вот такое, то, скорее всего, вам не надо это делать. Я поняла, спасибо. Так, давайте еще последний вопрос, наверное, да? Давайте два. Давайте два. Да-да-да, про RISE, ICE, вот эту всю историю типа с приоритизацией. Так. Еще один вопрос от меня. Чем Kanban для Legacy команд отличается от Kanban для не-Legacy команд? Как я сказал, Legacy я пытался в термин внести, команды, которые уже существуют. Если вы пытаетесь на новую команду это все сделать, у вас не будет данных, у вас нет цифр, ничего нет, у вас задачи не двигались никогда. Тут вам уже поможет какие-то другие там agile истории, типа там XP, Scrum, бла-бла-бла, ну и понеслась. Вот, то есть это именно для исторических уже команд, типа там от полугода хотя бы, чтобы данные были. Потому что вся эта аналитика строится на данных. То есть типа data-driven development, да, в менеджменте та же самая история. С цифрами гораздо проще. И давай, Никита. Что делать, если не готов релизиться каждый день? Стремиться к этому. Давайте я так скажу просто. Опять с технической же. Точки зрения. Сейчас скажу. Пропаганда. У кого релизы каждый день? А у кого релизы каждые 2 недели? А у кого больше месяца? О, отлично. Вот, короче, придите завтра, спросите своих тимлидов. Чувак, я хочу релизиться каждый день, что нам надо сделать? Он вам скажет, у нас CI нету, у нас автотестов нет, а юнит-тестов мало. А потом скажет, нам нужна автоматизация там на end-to-end, да? Нам нужен автоматизатор. И вот когда вы это все сделаете, вы сможете релизиться каждый день без боли. А еще скажите, у кого АБ-тесты есть? Прям настоящие АБ-тесты, хардкорные, типа там с PVL, еще вот этими цифрами. Нет. Вот, короче, когда у вас АБ-тесты будут, оно все уничтожит, все, что вы сделаете. Потому что на АБ-тест вы заходите, вам нужно месяц, чтобы фичу проверить. Ну, как бы, все. И тут уже начинается следующий этап. У меня, наверное, все. Я бы хотел... Как тебя зовут? Айгуль. О, у нас тоже есть Айгуль. Подарить вот такой вот у нас комплектик есть нашего мерча. Вот. Давайте скажем спасибо Семену. Сейчас, давай я еще финалочку скажу. Вам большое спасибо. Если кому-то интересно поговорить про вот эту историю или еще такую, у нас целый стенд смены. Приходите наверх, я вас там жду. Все, всем пока. И большое спасибо, что послушали. Да, у нас 5 минут перерыв будет, потому что мы немножко...